Жилых домов в Красноярском крае в этом году сдано больше, чем в прошлом. И это несмотря на то, что средняя стоимость за квадратный метр выросла почти на 2%, до 36,5 тысяч рублей. Как рассказали в Красноярск-Стате, в краевом центре, например, показатель вырос на 1,5%, к эксплуатации готовы 2702 дома. Особым спросом пользуется жилье за городом, в сельской местности. В прошлом году показатель вырос сразу на 16%. В итоге появились 1380 новых жилых домов.